разглядели перспективную девочку? Вот, честно сказать, нет. Сразу сложно было сказать, потому что физически она была не очень сильная девочка. Постепенно, вот, можно сказать, благодаря труду, целеустремленности, она всего добилась. Но она всегда хорошо выступала, призовые места занимала, но вот в группе в своей она постепенно шла к лидерству, где-то годам к 11 она стала выигрывать соревнования. Она очень хорошо вращалась всегда. Вот сейчас у нее тоже видно, что хорошее вращение. Прыгала не сразу очень хорошо, но постепенно. Вот Ридбергер у нее любимый прыжок был, поэтому сейчас вот этот каскад Луци Ридбергер, благодаря которому она обгоняет в технической оценке многих соперников. Ну, вначале, можно сказать, были проблемы, потому что первое время я даже ее не брала к себе в группу, потому что были вопросы по тому, как она тренировалась. Не всегда хотелось, где-то хотелось побаловаться, полениться, поиграть. Ну, дети все маленькие, они не сразу начинают хорошо трудиться. Должны родители как-то наставить на путь истины. В этом большую роль мама сыграла, она, конечно, очень помогала. Я думаю, это сыграло большую роль, в конце концов, не сразу, но какие-то качества спортивные именно от папы проявились. А вы видели бы ее в паре? Ну, в принципе, рост, вес позволяют. Да, я думаю, что могла бы, наверное. И девочка такая смелая. Я думаю, могла бы, наверное, и в паре кататься. А по характеру она дуэтом смогла бы? Ну вот, не знаю. Это сложно сказать. Характер, да, такой целеустремленный. Она к лидерству стремится. Поэтому, ну, смотря какой партнер был. Алина, мы с тобой. Алинка, вперед! Удачи тебе! Кадры короткой и произвольной программ, которые вы видели, датируются 2015 годом и были сняты на тюменском катке «Прибой». Юная спортсменка из Ижевска катает чувственно, но чуть скованно. В итоге фигуристка взяла на тюменском льду лишь бронзу, но получила путевку на финал первенства России. Ты перешла на взрослый уровень, насколько это сложно? Ну, в плане сложности, наверное, ничего особенного нету. Есть только сложность, как себя настроить правильно. А так, ну, делаешь свое дело и стараешься показать свою лучшую прокатную произвольную программу. Ну, я так, как в прошлом, прошлая у меня программа, мне ее легче, честно говоря, катать, чем короткую. В короткой программе у меня более сложные элементы, ну, в плане дорожки, вот, у меня быстрая очень музыка, и надо попадать тоже в акценты. Вот, поэтому, мне кажется, короткая для меня сложнее, чем произвольная. Подготовка у нас проходила в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Это спортивная база, к которой все спортсмены готовятся, ну, российские спортсмены. Вот. У нас проходили сборы, если я не ошибаюсь, 45 дней там. И потом мы приехали уже на свой тренировочный каток. Хрустальный. Поскольку у тебя папа тренер по хоккею, и я думаю, что он держит руку на пульсе, дает ли он тебе какие-то советы? Конечно, он мне помогает в этом во всем, потому что он в спорте больше времени, чем я. У него больше, ну, намного больше, наверное, опыта. И, естественно, он делится со мной этим опытом. Мне это очень помогает. Ты этим летом ездила домой, да? Побывала у себя на катке. Да. И как, расскажи, как тебя там встретили? Меня там встретили очень тепло. Там бегали детишки, я пришла, и они такие: «О, Алина!» И побежали обниматься. У них тренировка как раз шла. Я такая: «Всем привет! Давайте тренироваться! Хотите хорошо выступать? Надо тренироваться!» Вот, и они такие: «Хорошо, мы пошли!» И все, побежали дальше. То есть за это время, за это, что ты тренируешься, да, с Терри Георгином,
ты уже стал более серьезным. Да, я могу сказать, что в плане, как выросла я по... Не только по скольжению, там, по прыжкам, а я еще и выросла морально. И я смотрю, можно сказать, что стригерную я провожу целый день. И поэтому я смотрю на нее и хочу выглядеть и разговаривать так же, как она, так спокойно, равномерно. Так. И мне очень нравится, как она тренирует своей командой всякие тречки Дудаковым и Нилом Маркачем Грихенгаузом. Это сейчас она в руках самой Этери Тутберидзе, а еще недавно на Ижевском льду. И туманные перспективы решения приняла она сама. 12 лет, когда уже я прыгала, Лупелес, Альхов, Фридбергер, и все. Для моего возраста еще и в Ижевске это было очень хорошо, и мне надо было расти дальше. Вот. И я решила прийти к Этери Георгиевне. Но ни тренировок у лучшего тренера, ни этих сложных программ могло и не быть. Этери Георгиевна девочку приняла, но потом передумала. Я не понимала того, что здесь нужно работать самой, что тебя тут никто не будет заставлять. Вот. И из-за этого получилось так, что меня Этери Георгиевна выгнала. От такого тренера это точно приговор, решила Алина. И уже прощалась с фигурным катанием. Хотя, чтобы кататься еще несколько месяцев назад, маленькая фигуристка заново училась ходить. У меня сначала рука была сломана, потом нога была сломана. Потом я начинала заново ходить, заново на лед, кататься заново. Вот. И потом я решила, что я завязываю с фигурным катанием, так как у меня ничего не получится. Но завязать не получилось. Тутберидзе, кажется, поняла, растет чемпионка, и между ними лед растаял. Пришли к Этери Георгиевне, подарили ей цветы, сказали, что мы уезжаем. И Этери Георгиевна говорит, а давайте заново попробуем. И, естественно, я обрадовалась. У меня все испарилось, у меня первую тренировку почти все тройные прыжки получились. С тех пор, как по накатанной, юниорские медали и взрослые соревнования, и каждодневный мастер-класс от чемпионки мира. Теперь они на одном льду. Но она признается, снится и вовсе не Олимпиада. Без родителей здесь очень тяжело жить. Январь 2018 года. Чемпионат Европы по фигурному катанию и триумф Алины Загитовой. Той самой девчушки из Ижевска, которая после тюменских стартов пошла на небывалый, экстраординарный взлет и вместе с тренером Этери Тутберидзе всего за несколько лет стала одним из лидеров мирового фигурного катания. Совсем скоро в южнокорейском Пхёнчхане Алине, раскрывшейся на соревнованиях в Тюмени, предстоит бороться за олимпийское золото вместе с еще одной россиянкой Евгенией Медведевой. Жень, наверное, волнуетесь сейчас, да? Сейчас уже от меня ничего не зависит. Не отрываясь, она смотрит на лед. На выступление своей лучшей подруги и самой опасной соперницы. Первая реакция. Это шок и эмоции. О! Ничего себе! Круто! То есть она выходит на первое место. Невероятные 82,9. Трибуны ревут. Молодец! The best! Русские лучше всех. Пластичные, красивые, красавицы. Наши девушки супер. One point six one points.
сейчас в вашем телефоне? Сколько сообщений, звонков пропущенных? Покажите. Ну, очень много в Инстаграме всяких добавок. Ну, добавляются в друзья, пишут слова поддержки. Дачно-произвольные, конечно же. Ну, сейчас, наверное, первым делом позвоню маме. В Пхёнчхане Загитову называют «железная леди». Она никогда не волнуется, не ошибается и с доброй улыбкой говорит про американцев, которые, например, в лице Эшли Вагнер, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи, провокационно заявили, что ничего особенного в этой Загитовой нет. Я могу не согласиться с тем, что говорят американцы. У меня очень сбалансированная программа, так как вначале у меня медленная музыка, а потом у меня начинается прыжковая часть и... Все в такт музыки. Is there anybody in the world? Кто-то в мире сейчас может сравниться с Медведевой и Загитовой? I don't think so. Я так не думаю. Они великолепны. Если они хорошо откатают, то у вас будет золото и серебро, с чем я вас и поздравляю. Сломили Загитову, самую молодую участницу Олимпийских игр в Пхёнчхане, офицеры ВАДА, которые появились на предпоследней перед стартом разминки и потребовали немедленно пройти на допинг-контроль. Даже соперницы сочли это за провокацию. Главный врач сборной потом скажет, это мы схватились за сердце, ведь Загитову оставили без тренировок, а она всем ответила, что ничего страшного не случилось. Воду с собой привозите на игры? Нет, воду не приносим. До такого мы еще не дошли. Здешнюю пьете? Да, пьем здешнюю. Единственное, что мы не разрешаем покупать медикаменты нигде, в аптеках самостоятельно принимать. Это все тут должен делать исключительно врач. Произвольная программа уже послезавтра. Медведева сказала, что ей есть чем ответить Загитовой. Все-таки дружат они исключительно в жизни. На льду обе готовятся к битве. О, термос. Всем привет. Давай покажем, какая у нас тут свалка. Жень, скажи привет. Теперь мне даже тебе подарок не нужно будет покупать. Смотри, тут столько вкусняшек, что я даже не знаю. Я, конечно, знала, что... О, смотри. Смотри, смотри. Смотрите. И последний вопрос. Ты рассказывала в интервью межсезонье про свою шиншилку. И что случилось? Расскажи нам продолжение. Ну, буквально за два дня до прокатов у меня, ну, я так смотрю, у нее там домик такой был, и она всегда там пряталась. Обычно она бегает, хочет, ну, как бы выбраться с этой клетки, то смотрю, что-то она лежит там. И потом открываю эту крышку, такая смотрит на меня, отбегает быстро, и там маленький такой пушистенький зверек, мне, я такая... Я вообще, в принципе, в шоке была, то, что она, ну, как так может, ну, оказывается, мы уже ее взяли такой беременной, и для меня было это радость и шоком одновременно. То есть у тебя теперь детский сад и шиншилок? Да, и мама, кошка. Россия.
Поздравляю тебя с выходом на Олимпиаду. Удачи, успехов, чтобы у тебя на Олимпиаде все получилось, чтобы ты боролась за высшую награду. Удмуртия болеет за тебя. Ижевск поддерживает тебя. Россия с тобой. Арина! Ижевск с тобой! Арина! Ижевск с тобой! Арина! Ижевск с тобой! Только вперед и только победа! Алина, мы с тобой. Удмуртия с тобой. Чистый дракон.